Мы находимся на горе Чалыш в Кемере, в Турции, на высоте 328 метров. И отсюда открывается замечательный вид на город Кемер. Давайте посмотрим поближе. Подняться сюда можно либо по асфальтированной дороге, либо по такой горной дорожке, горной тропинке, которая помечена маркерами желто-красными. Ты уже это повторяешься. Да, более подробно смотрите в нашем, да, в другом видео. Поснимай просто красивое его место. А вот немножко правее, там есть бухта, от которой мы отходили на пиратских кораблях. Да, а левее находится самая высокая гора Турции. Вот, уже без 10. Но нам пора идти назад, потому что нам предстоит такая же по длительности дорога, как сюда наверх. Где тебе надо возвращаться вообще-то? Ходить именно с утра, чтобы не было жарко.